Всем приветики! С вами Милис, и мы продолжаем играть в Scarlet Nexus. Наша команда, наша героиня и наш напарник, который довольно упрямый и эгоистичный, но ничего, мы справляемся с ним. И здесь нас поджидает такой колизейчик мини, и я чувствую, что здесь скоро будет босс. Так что давайте попробуем, посмотрим, что там у нас. Конечно, здесь добавляется новое управление. Новые способности. Мы можем пользоваться способностью нашего напарника. Электрокинез. И кидать новые вещи какой-то новой способностью. Так, что у нас тут? Что у нас происходит? Что такое? Я вижу, у нас что-то зелененькое. Здесь есть ресурсы. Запрятали их от нас подальше. Так. Вот. Еще что-нибудь осталось. И каданы. Хорошо. И теперь нам нужно наверх. Да, мы у тебя были с ней проблемы. Она ведет себя так, будто все в порядке, но я понятия не имею, что творится у нее в голове. И еще, она почему-то меня недолюбливала. А есть у нас что-то в мыслесвязи? Может, кому-то можно ответить? Нет. Нет. Альт. Альт. Хорошо, ничего нету. Так что давайте. Я думаю, здесь у нас появится новый босс, но не похоже. Так, я вижу там зеленую штучку. Давайте ее заберем. О, вот и сохранение. Ну, давайте сохранимся. Сохранение никогда не помешает. Так, отряд Кисаны, как ситуация? Уживаешься с Сиданом? Да, мы отличная команда. Сиданом, да. Ты что, забыла, что я здесь? Упс, так сказать. Так. Мы это не смогли взять зеленую штучку, значит, нам надо сначала сюда. Что это значит? Они что, взорвутся? Ох, ё-моё! Так, включаем альт, телекинез, электрокинез, то есть, и начинаем. Касаны, ваш враг огрушен. Когда же они перестанут говорить во время боя? Ой, только не выпрыгни. Так, GG уже не надо нам. Все. Да. Вот новый бросок на кнопочку G у нас появился. Во время него мы можем... Мы прожимаем какие-то рандомные кнопочки, и появляется какая-то другая способность. В прошлый раз это была вода. Непонятно, откуда она взялась, конечно. Так, нам... Куда нам вообще? Что-то я запуталась. Что-то я очень запуталась. Нам сюда? Достигнут максимум. Ага, нам туда вниз надо. Давайте. Мы можем перепрыгнуть? Нет, нет, к сожалению. Так, что у нас тут? Куда мышка уезжает постоянно? Ого, команда Касаны первой добрался до цели. Команда Сидана тоже была бы первой. Тут что-то есть. Молодец, ты заметила иного раньше меня. Постой-ка, это очень сильный иной. Майор Гема, в целевой точке появился сильный иной.
Сильные иные — это иные, которые убили кого-то из солдат Опи в прошлом, верно? Да. Он приближается. Я вступаю в контакт. Мы будем через несколько минут. Главное, придержитесь до прибытия. Контакт с сильным иным. Не перестарайся, Касаны. Сиден, следуй за ее указанием. А вот и новый. Ё-моё, цветочный берег. Что это за... тьма. Вот это я понимаю. Теперь ты покажу тебе свою силу. Дорогой, не ты один тут покажешь. Что ты можешь? Вот сейчас начинается веселье. Альт, телекинез, включаем. Ой. Так, тихо, что-то он реально сильный. Так, много урона водой вызывает статус намокания. Вы перестаете твердо держаться на ногах и лишаетесь возможности пользоваться... понятно, каким-то бегом. Этот статус увеличивает вероятность шокирования персонажа. Так. Состояние сверху сотрудников, но все равно нормально, понятно. Ай! Беги! Жи, давайте. Ох. Ничего себе, мы махину двигаем. Ё-моё. Ну, используй мою силу, САС. Ты знаешь, что делать. Да у меня уже нету твоей силы. Я ее стратила до этого. Ой. Все, у нас проблемы. У нас проблемы. Большие проблемы. Касана, вернись. Ага. Игра окончена. Ой. Вот мы и умерли. Наша вторая смерть. Так, как использовать это желе? Желе. Ага, на троечку. Я так понимаю, должно лечить? Или как? Ага, вот передвигаем. Таблетки нормализации, легкое желе плюс, легкое желе. Ну, короче, попробуем. Если что. Так, это мы пропускаем. Так, здравствуйте, мы вас очень рады видеть. Да, это мы все видели, спасибо. Да. Подсказки только мешают. Ох, ё-моё. Беги. Тебе нужно легкое желе. Очень легкое желе. Так, как использовать таблетки? Вы мне не расскажете? Как их использовать? А, Т. Вспомнила. Так, альт. Электрокинез. Используем. Эй, им ой! Пробел! Проблема! Проблема! Выживаем. Так, ладно, сейчас побегаем, немного восстановимся. Ужасное управление. Не знаю, в какой раз я это говорю. Он перестанет плеваться? Мне интересно. Да хватит плеваться. Нет? Да я ему даже урон не могу нанести. О, давайте. Пришло время использовать электрокинез. Беги!
Беги, 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 Касаны, беги! Беги! Такс. Что у нас вообще происходит с камерой? Я до сих пор не понимаю. Так, сейчас он плюнет, и мы сможем хоть что-то ему сделать. О! Давайте. Снова машинку на него упадем. Теперь используем электрогенез и добиваем. Беги! Сейчас как упадет на тебя. Мы справились. Да вот что-то не похоже на то. Эта тварь не сдается. Воу, воу. Нормально, она его так чпухнула. Эй, ты что творишь? Я, знаешь ли, в состоянии о себе позаботиться. Победа! Алые стражи победили! Опять набежали эти букашки. Героем этого боя стала, конечно же, младший лейтенант Касаны Рэндалл, которая победила сильного иного на своем первом задании. Давайте послушаем, что она скажет на этот счет. Наши поздравления! Как вы себя чувствуете? Наверняка очень устали. Это всего лишь первое задание, и вы уже первая победа. Разве это не радует? Приказы отдавал Сиден, так что спрашивайте лучше его. Что? Простите, что опоздала. Это был хороший бой. Ох, бедный Сиден. Это Араси. Простите, похоже, вороны отвлеклись на вас. Араси, да ты права, они прилипли к Сидену. Мы заберем их на себя. Это на тебя не похоже. Кадама всегда расстраивается, если поблизости нет ворон. Ворон. Привет! Капитан Араси Спринг. Мы собираемся прочесать местность за предметами. Будем рады видеть всех вас, репортеры. Понятно. Наконец-то они убрались. Давайте-ка вернемся в Суо. Есть. Ох. Новый уровень. Четвертый. Касаны, я рада, что ты в порядке. Неудивительно, что ты была лучше в классе на выпуске. Вот мы и справились с этим боссом. Давайте посмотрим, что у нас там из очков появилось. Так, у нас 4 очка, мы можем что-то купить. Так, также у нас остается победа над врагами с помощью сокрушения мозга. При включенном восстанавливает школу способности. Это хорошее дельце, повышает число возможных дополнений, снаряжение на одну единицу. Пока у нас никаких снаряжений нет, так что не вижу смысла. Это добавляет дополнительный прыжок, а это усиливает урон от атак телекинезом. Давайте-ка усилим урон от атак. Отличненько. Закрыть. И у нас есть еще 3 очка, и это у нас увеличивает скорость наполнения школы телекинеза атаками с воздухом. Не распространяется на рубящую атаку вверх с помощью... Эта атака плюс 5 усиливает урон от атак оружием. Вот это у нас увеличит атаку. А вот это... шкалу восстанавливает способность. Давайте атаку увеличим. Отлично. Так, а что нам здесь открылось? Идеальное уклонение для атаки оружием. Ух ты, прикольно.
Это у нас ТК атаки сильнее истощает шкалу сокрушения врага, базовое повышение 5%. А это увеличивает урон, наносимый сбитым с ног врага. Понятненько. Все, мы прокачали. Куда нам нужно отправляться? Это район Рюдзин. Так, тут я где-то видела зеленушку. А, это желе. Вот, кстати, желе. Давайте-ка заберем желе. Мы его потратили сейчас в бою. Довольно-таки много. Ну, теперь хоть знаем, что он восстанавливает. Здоровье. Что-то сейчас было, я не знаю. Где-то поблизости есть ресурс. Да-да, я уже взяла его. Так, все, больше здесь ничего у нас нет. Теперь мы можем спокойно перемещаться в Рюдзин. Угу. Переместиться. Да, главная улица. Именно. Ух ты. Это что, Юита? Похоже, он в взводе Сето. Эх, ну почему он попал в взвод Сета? Мы все отлично поработали, были некоторые проблемы, но никто не пострадал, так что день удался. Ну да, это умерло, ничего. На сегодня это все. Следующие приказы вы будете получать напрямую от руководства. Приказ о выдвижении не обсуждается, так что прибудьте вовремя в указанное место и выполните задание. Задание по подавлению и тренировке можно планировать как захотите. Подумайте, как лучше тратить свободное время. О, Сето! Избалованный сынок Сумираги. Чего это он грубит? Ой, Наоми? Ой, Наоми и Юита, как неожиданно. Наоми и Касаны, привет, отлично сегодня поработали. Кёки, ты тоже тренируешь с новобранцем? Да, в этом году у нас полно милашек, так что мне придется хорошенько поработать. Мы отлично справляются. Эй, ты ведь Касана, как прошла тренировка? Да, вроде вполне неплохо. А что это он с нами так общается? У нашей героини покраснело? Касана, постой! Что такое, Наоми? Ты в порядке? А что? Ну да, полно. Я только что видела тебя в Химуха ТВ. Ты выглядел очень собран для новичка. Меня это очень впечатлило. Спасибо. Господи, что здесь за треугольники, многогранники, любовные? Ох. Взвод Кёки и все, кроме лидеров команд, могут разойтись. А лидеры команд сопровождают меня в штаб. Нас это тоже касается, главы отрядов. Касаны? Что? А мы нигде раньше не встречались? Мы сражались с сыном вместе, или ты уже забыл? Нет, конечно, я не о том. У тебя случайно нет сестры? Ты о Наоми? Тебя по голове случайно не били? Странный ты, но твоя способность вполне ничего. Удачи тебе. Ага, ну, спасибо. Закончила говорить? Майор, что он за человек? Он? Тео Юита? Я не знаю детали, но ходят слухи, что им интересовался генерал-майор Карен. Вот оно что. Но от этого не стало понятнее. Ладно, идем обратно в штаб. Нужно сообщить Харуке, что мы вернулись. Касана, я пойду с тобой. А я ухожу. Так. Хочешь узнать что-то про Юта? Нет, просто думаю, подходит ли он Наоми. Касана, ла-ла-ла-ла, ничего такого, майор Кёка. Так. А вот мы с нашим командиром. Так. Куда нам нужно отправиться? Смотрим по карте. Нам нужно... Это что? Это что? Это непонятно что. Ох, нам нужно далеко. Нам далеко идти. Ладненько, давайте. Пробежимся. Она с нами?
нами. Зато город посмотрим. Где-то, может, в переулочках можно найти тот ресурс. Так, а это что? Это что такое? Задание. О, так, значит, это ты лучше новенький рекрут? Поприятно, наверное, когда тебе знают все инструкторы. Покажи-ка, на что способен лучший кадет. Так, посмотрим, мне как раз нужны кое-какие данные. Это ведь проще, чем экзамен на кадета, верно? Слушай, никто не пытается над тобой издеваться. Это просто дружеская просьба. Водостойкое покрытие обычное один. Принять задание? Да, давайте. Не, не нравится мне, как ты на меня смотришь. Ну да ладно, уж почти в этом месте полно иных, так что будь осторожнее. Сила лучшего кадета. Задание принято. Хотите сделать это задание активным? А, давайте-ка. Задание сила лучшего кадета активно. Берите побочное задание, поговорите с людьми, нуждающимися в помощи. Хорошо. Так, куда нам нужно идти? Сюда? Туда? Господи, непонятно. Так, куда нам идти? Карта мира. Ага. Следующая область, магазин, точка, цель. У нас цели нет, значит, это в другом. А, с ним опять поговорить надо? Что происходит? Ага. Так, куда мне идти? Все туда же? Можно на тап нажать? Карта сейчас недоступна. Господи. Никакой логики. Так. Надеюсь, мы идем туда. Ну, с ними мы болтать не будем. Ресурсы. Какой-то лаг сейчас был. Ладно. Резануло сильно. Мы вроде выбрали же задание побочное. Так почему мы идем на главное? Я этого не понимаю. О, Кодама, я думала, ты внизу Хагаве. Ты это только вернулась. Так, значит, и ты отвечаешь за новичку Кёка. Что она мне нравится. Молодец, Кёка. Ты превосходная наставница. Думаю, им с тобой будет хорошо. Приятно слышать это от тебя, генерал-майор Фубуки. А вы, значит, Касана и Наоми. Мне жаль, что вороны появились на вашем первом задании. Генерал-майор Фубуки? Эти вороны пришли из-за Араси, так что, полагаю, это не моя вина. Понятно. Я видел ваши оценки в Академии. У вас обеих отличные способности. Уверен, вам много всякого. Говорят, но не позволяйте себе отвлечь. Рассчитываю на вас. Good, а это хороший знак. Было здорово, Касана. Хороший знак. Генерал-майор Фубуки Сентеприон второго класса. Он сказал, что рассчитывает на нас, и это очень хорошо. Ну, как скажешь, раз он тебя признал. Думаю, генерал-майор Фубуки хороший человек. С возвращением, я увидела в окне майора и решила выйти вас встретить. Теперь, когда мы отчитались с Харуки, задание считается выполненным. Теперь можете делать, что хотите. Например, отправиться на тренировку или задание по подавлению. Конечно, отдых тоже важная часть работы, но если будете просто сидеть без дела, то ваши навыки ослабнут, так что сильно не расслабляйтесь. Системное сообщение, как Кагера данный взвода запрещает подкрепление. Господи. Я тоже пойду, майор. И я тоже. Хорошо, если настаиваешь, Касана, идешь со мной. Наоми, помоги Харуки с нашей поддержкой. Но я тоже хочу пойти. Нет, тебе нельзя. С тобой говорил кто-то из моей семьи? Нет, но ты все еще утомлена после тренировки. Тебе просто нужно немного отдохнуть. А вот Касана может пойти, ты ведь понимаешь? Да? Да. Ладно, тогда выдвигаемся в Кикутибу. Так, отлично. Ну.
Береги себя, Кассана, не нужно слишком много на себя взваливать. Не волнуйся обо мне, все в порядке. Сосредоточься на поддержке. Так, есть кому что ответить. Так, точно, точно, не точно. Нет, ничего. Так, так. На задание Кикутиба. И... мне интересно. Задание силы лучшего кадета. Где оно у нас? Точно не здесь. Ресурсы, подсказки, карта мира. Давайте карту. Вот я не вижу, где у нас задание. Ладно, пойдем на основное. Кутиба. Заброшенный торговый город. Угу. Приветствую. Получена мыслеграмма. Так. Приветствую. Добро пожаловать на борт, Кассана. Хорошо, что мы будем сражаться вместе. Я понимаю, насколько для тебя важна Наоми, но не забывай о том, что твоя жизнь тоже важна. Угу. Мы это поняли. Все, ей не надо никак отвечать. Ладно. Так. Неплохо все выглядит. Поехали. Я только что выяснила, откуда поступил сигнал тревоги. Кагера наверняка там. Ясно, поторопимся, Кассана. Принято. Ай. Что ж так? Резануло. Что это? А, это ты мешки пинаешь? Да хватит мешки пинать. Да. Вы посмотрите на нее. Так, я вижу что-то здесь. Там что-то есть. Получено. Экоданные Кикутибасы. А вот и монстры. Да что ж такое? Ух ты! Да она тут у нас... Да, она же клонированием занимается. Так, а куда нам вообще надо было? Я вот что-то не пойму. Здесь у нас что-то есть? Вроде бы нету. А, ресурс... Вот ресурсы. Тут всегда запрятаны. Так. Не в поисках ресурсов. Посмотрим по всем углам. Запрятали, не запрятали. Так, ну мы хоть туда идем? Да я уже не уверена. О. Экоданные Кикутибы. Кикутибы. Все. Теперь знаем, как читается. С какого-то раза. А опять эти цветы. А ну-ка, давайте воспользуемся клонированием. Хоть посмотрим, что это.
Так, можно забраться наверх, кажется. Можно? Нет. Так, атака, поражающая врага в уязвимую точку и побеждающая его за один удар, уменьшит шкалу сокрушения врага. Нажмите UG. Ага, чтобы выполнить сокрушение мозга. Значит, атаки, подшагаем, бэр-бэр-бэм, да-да-да. Кроме того, поведенный врагов с истощенной шкалой сокрушения можно победить лучше лишь сокрушение мозга. Победа над врагами с помощью сокрушения мозга всегда приводит к выпадению предметов. Ага. Так, нужно выпадение мозга. Конечно, не нашего. Желательно. Желательно. Сейчас. Бдыдыщ. Разбили фиалочку. Все прошло хорошо. Выбираем цель и начинаем. Еще одна ваза разбита. О, там еще что-то. О, и здесь отлично. Полученные данные. Ой, 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 цветы сейчас как поедят нас. Ё-моё! Заложив у союзника клонирование, вы раздваиваете объекты, используемые в телекинезе. Когда эта сила активна, вам становится проще пробить оболочку врага, и вы сможете провести атаку несколькими объектами, что очень эффективно, но если вы хотите уничтожить несколько врагов сразу, дополнительные эффекты добавляют по мере украшения вашей связи с Кёко. Что-то я вижу, на заднем фоне появилось очень много врагов, и меня это очень сильно пугает. Тебе нужно использовать мое клонирование. Да нету клонирования. Слабые места некоторых иных защищены твердыми оболочками. В таком случае придется разрушить оболочку, чтобы добраться до слабого места и победить. Ага. Хорошо. Я обожаю ваши подсказки. Главное не загореть. Это мы знаем. Хорошо. Гореть плохо. Ой! Ух! Ой, проблем мало. Проблем мало. Ага, здоровья мало, а проблем-то много. Good.
Беги! Нет, я не хочу умирать! Нет! Нет! Пей желе, не знаю, делай что хочешь, пей желе. Бдыщ тебе попку. Пинает он нас тут своими копытами. Фух. Кошмар. Кошмар какой-то. А как туда попасть? Можно я туда попаду как-нибудь? Ладно. Сюда? О! Майор, ты не взяла с собой Наоми, потому что об этом попросили Рэндаллы. Это было логичное решение. У нее маловато сил, я решила, что маме опасно отправлять мне несколько заданий подряд. Ага. Логично, она не может в этом признаться, будучи командиром, но очевидно, на нее надавили. Теперь все понятно. Мы сильнее все же своей сестренки. Фух, так. Где у нас точка? Вот она, точка сохранения. Так, давайте сохранимся. Так что давайте-ка на этом приостановимся и продолжим уже играть в следующей серии. Пишите свои комментарии, предлагайте новые игры, во что, например, можно будет поиграть, что вам интересно. И я все прочту. И увидимся в следующем ролике. Всем пока-пока!